Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то пришла очередная посылка с AliExpress. Посылка, я так думаю, это кошелек, который я заказывал давно. Сейчас 30 заказов висят просто по достоверной информации. Сейчас во Внуково почта не обрабатывана с 19 ноября. Ну, ладно. Приступим к вскрытию посылки. Посылка закрытая. Что там мне написано? Сейчас будем смотреть. Все, пусто. Что же это такое у нас? Это кошелек. Кошелек, который я заказывал своей жене. Сейчас посмотрим. Да, это он. Упаковано довольно-таки хорошо. Ну, как она и хотела. Побольше места для визиток. Довольно-таки нормальный кошелек. Ссылочку на кошелек я скину в комментариях к видео. Пока больше нет посылок, ждем. Молния, конечно, не очень. Ну, на ощупь дермантинчик. Ну, нормально, много отделений, довольно-таки сшито качественно, вроде никаких задиров, ничего. Стоит, подписываемся на видео, ставим лайки. Скоро сниму обзор на спор. Так что смотрим, ставим лайки, подписываемся. Здесь внизу размещу ссылочку на мой сайт. Сделал свой сайтик, можете заходить, смотреть, оценивать. Всем спасибо.